Здесь творится настоящий ад. Хотя о чем это я? Где сейчас хорошо? Пришлось бросить старину Джеремаю. Он сам виноват. Нужно отдать ему должное. Он быстрее всех менял покрышки, но совсем не торопился с моим коктейлем. По крайней мере, мы смогли оторвать... Без разницы. Итак, снова здравствуйте. Это снова курящий из окна. И я, во-первых, не хочу пройти обучение. Первый раз мы играли, я проходил обучение, мне тупо говорили, что делать, хотя я делал все это две части до этого, или три, не, по-моему, три даже. Это видео происходит довольно скоро после того, как я закончил летсплей, его обещал всего лишь через примерно полтора с небольшим месяца. Но все-таки оно, видимо, посвящено... Записываю я, не записываю, записываю. Оно посвящено тем ачивкам, которые я не успел доделать, вернее, которые не получил. Единственное, здесь не будет одной ачивки про шоколоп. Про шоколоп надо снимать отдельное видео, как я уже говорил. Оно будет длиться часа полтора и, скорее всего, без моего комментария, потому что, ну... Там комментарий может быть только отыскивать более приятных уродов из неприятных. И что еще не заметил, кстати, а мне говорили в комментариях, что вот на этом экране этот сноумобиль называется Эдвард Сноуман. И мне все интересно, это все-таки стёб над Сноуденом или нет. Но Сноуман — это машина, машина-человек, но, по-моему, Эдвардом же его звали. В общем, без разницы, начинаем мы здесь именно потому, что здесь кроется первая ачивка из неполученных. Насколько я помню, это здесь замерз даже ящик с аварийной горелкой. Какая ирония. А, ну да, сначала его нельзя взять, мне все-таки нужно... ну да, тут же подбирается сначала зажигалка, если я правильно помню. Да, и баллончик. Про все, что у меня ассоциируется с баллончиками и зажигалками, я уже говорил, по-моему, в начале того летсплея, не будем об этом далее. И... А, зажигалка у него была в самом начале, да? Кстати, как-то странно она выглядит, такая... На фланцах собранная, такое ощущение, что ей убить можно по размеру. Эта зажигалка была не просто памятным сувениром, она зажигала огонь. В моем сердце, наверное, там было должно быть дописано, но не сказали. Итак, а, кстати, я ее в кармане буду зажигать или как? Что-то отвернулся в угол. А, ну да, теперь они соединены, и, собственно, можно будет их вместе использовать на этот ящичек. Только залезай, пожалуйста. Так, время я тоже считаю, это тоже хорошо. По-моему, первая ачивка — это разморозить этот ящик. Разморозили, открыли. Взяли горелку. И положили ее обратно. Собственно, дальше игры не получится, и мы замерзнем тут насмерть. Да, вопреки здравому смыслу, ачивка получена. Странно, что он ничего не сказал по этому поводу. Ну да, ладно, как бы. Ну, я так понимаю, бесполезно куда-то ходить. Я хотел проверить, кстати, но теперь уже не проверю, потому что ачивка получена. Можно ли было ее получить, если бы я тут еще с горелкой сходил на соседний экран, что-нибудь ей поделал, а потом положил ее на место. Потому что это было, в принципе, логично. Горелка им не нужна. Ему не нужна, ее все равно отнимут при переходе на другую локацию, так что можно было бы ее просто сюда положить. Да, закрыть еще ящик. И пойти спать в Эдварда Сноудена. Как бы это странно ни звучало, но, наверное, нет, наверное, не будем. По-моему, вторая ачивка получается тоже здесь же, тоже на этом экране, так что... Кто смотрел мою первую серию, уже зная, как это все делается, наверняка ругали меня опять-таки всякими непотребными словами. Правда, я знал, что она где-то здесь получается, потому что я это подсматривал, но... Не понимал, так сказать, каким образом. Это уже сломано. Как почти все в наши дни. А, теперь зажигалку от этого. Я уже забыл нафиг, как это все делать. Хоть я... Чё, кого ты там безумно любил? Хоть я безумно любил свой самодельный огнемет, горелка оказалась на порядок эффектнее. Блин, у него такой голос. Хоть я безумно любил свой самодельный огнемет, горелка оказалась на порядок эффектнее. Ладно, по-моему, все-таки... Да, органонцы запечатали дверь, взрывной. Давай, давай. С виду казалось, что замок не распилится, но я уже далеко зашел и собрался закончить полностью.
Да, я, кстати, хочу извиниться за то, что на заднем плане, может быть, слышны некоторые странные звуки, но меня в данный момент рисуют. Это очень странный опыт, но... Поэтому, наверное, я сейчас плохо соображаю на тему того, что я могу говорить от себя, потому что никогда не занимался этим при людях. Да, это за отдельные деньги обычно заниматься этим, когда на тебя кто-то смотрит. Ну ладно, давайте попробуем. А, ну да, появился этот, который... По-моему, здесь надо, вот я не помню, 3 или 4 нагреть. По-моему, все-таки надо нагреть 3 и отвлечься на него. Ничего. Похоже, у меня разыгралась паранойя. Или хрустальные существа хотели мне это внушить. Ну, раз. Мне бы надо на этом месте сохраниться, а то... А, эскейп не работает здесь, здорово. Так, разогреваю, до красна я, ну вот, до красна. Может, когда тень, надо отвлечься? Чувства играли со мной скверные штуки. Может, все дело в недостатке сна. В недостатке сна! Как же я был измотан. Ладно. Раз, два, ну хватит бегать там, отвлеки меня. Отвлеки меня чисто по имени. А, вот, отвлекающий маневр. И мое воображение. Да, эта ачивка тоже получена, и сейчас я, видимо, буду искать в своих сохранениях место под следующей ачивком, потому что я забыл, как они называются, эти штуки. Но это же не шоколопы, шоколопы — это то, что я делал сам, а это нечто другое. Хотя в результате эти товарищи как раз все-таки являются шоколопами, просто какого-то определенного типа. Но не важно, кстати, начать сварку. Что-то я кликаю сюда, он варит... А, он просто так варит, без разницы, куда тыкать, тогда понятно. В общем, ладно, сейчас загружусь и вернемся. По-моему, это через добрую часть игры, и тут хорошо, что я... У меня были эти глюки, и я переигрывал часть игры. И сохранялся, кажется, на нужных местах. Блин, эскейп не работает. Ладно, сейчас я все это сварю и выйду. Вот, дождался я все-таки более-менее приятной музыки, хотя, скорее всего, я ее все равно заглушу на заднем плане, как всегда. Только сейчас обратил внимание, что Макроникл тут на удочке держит песочные часы. Я вообще забыл, эта удочка чему здесь посвящена. Что-то он тут искал или пытался... Ой, Руфус, не надо играть на гитаре, это очень громко для меня. Я что-то опять долго не записывал, у меня сбились настройки громкости, как там, то тихо, то громко. Ладно, в общем, следующая ачивка получается здесь, и надеюсь, я сохранился правильно. Там была ачивка про дать Туку все варианты оружия. Но как-то на русский, на русский язык она переведена не очень правильно, тут все-таки не все варианты оружия, а как бы удовлетворить Тука по полной. То есть сначала так, потом так, потом так. Вот у меня есть дробовик, потом я все-таки из всех запчастей соберу полный дробовик, но сначала нужно его помучить, и он будет отказываться. Итак, сначала Туку один дробовик. Капрал Тук, остаетесь здесь сторожить вход. Ха, хорошая попытка. Оно же не заряжено. Не подчиняешься высостоящему офицеру, капрал? Два наряда на кухне вне очереди. Ладно. Только я не помню, ему надо постоянно заряжать вот этот дробовик чем-то, или ему надо все совать именно так, порох, вот это. По-моему, все-таки нет, но тем не менее у меня сохранение есть. Не хочу их отвлекать. Пусть концентрируются на нашей миссии. Да, видимо, все-таки надо заряжать, потому что штук не отвечает мне взаимностью. Я его хочу удовлетворить, он мне взаимностью не отвечает. Ладно, неважно. Теперь остается только достать боеприпасы и придумать, как ее зарядить. Так, давай. Капрал Тук, остаетесь здесь сторожить вход. А, хорошая попытка. Пороха здесь хватает. Но где же железные обрезки? О, значит, у благородного лорда Капрала особые запросы? Да. Даже не хочу говорить. С чем у меня это ассоциируется? Ну ладно. В общем, наверное, надо засунуть. Он хотел железных обрезков. Потом он еще ёршик захочет. Зная Тука, да. Или все-таки ёршик ему... Слушай, ты не хочешь ёршика отдельно? Да, не хочу отвлекать. Ну, в принципе, да, ёршика можно еще так отвлечь, так что... Хлам! Теперь, чтобы дело выгорело, нужно напихать в ствол все, что под рукой. Я уже напихал все, что под рукой, мне только ёршика осталось запихнуть. Либо в дробовик, либо в Тука, как пойдет. Капрал Тук, остаетесь здесь сторожить вход.
Хорошая попытка. Порох, железные обрезки есть. Но где я могу использовать оружие, пока не заряжу его? Я начинаю подозревать, что ты изобретаешь все эти отговорки, потому что трусишь. Но, скорее всего, дам. Ёршиком тебе. Готово! Выпускайте слона. Ну давай, бери уже. Бери у меня. Дробовик. Капрал Тук, остаётесь здесь сторожить вход. Погоди. Это оружие? Ты же просил оружие. Ну, я пацифист. Прежде всего, ты отличная мишень для человека с заряженным оружием и лопнувшим терпением. Оружие, с которым я смогу охранять вход. Наконец-то! Как мило с твоей стороны, что ты нашел его. И теперь сможешь медленно передать его мне, рукоятью вперед. But and first. О, краткий курс военный подк. Все правильно. Что-то я, кстати, не помню, чтобы этот дробовик у него выглядел так огромно. Он мне, кстати, напоминает оружие как раз из Fallout'а. Он такой, как бы это сказать... Не постмодернистский, а... Ну как это правильно называется-то? Панк? Не постпанк, постпанк это... Ну киберпанковский, короче, немножко. Ну не киберпанковский, как это называется, когда будущее в прошлом. Когда в прошлом одеты, но... Вещи из будущего. Короче, неважно, эту ачивку мы тоже получили, теперь я буду вспоминать, какая еще ачивка, потому что эти я помнил. А, стимпанк, да, мне подсказывает. Спасибо. Ой, какой я интересный получаюсь. Ладно, хорошо, но все равно вы этого не увидите, потому что по этому рисунку можно меня узнать. А я не хочу. Ладно. Все, давайте искать следующую ачивку. Ну вот, а следующая неполученная ачивка, она, в принципе, получается совсем легко, и я удивляюсь, как я ее не сумел получить. Единственное, мне сейчас главное не запороть, потому что я ж, помните, показывал вам, что в этой бане может случиться один глюк, из-за которого, собственно говоря, не получается дальше играть. Вот не знаю, исправили они его или нет. Эй, есть кто дома? Нет, проваливай, противный. Ага, я так и знал. Так вот, где вы прячетесь. Не оставляй дверь открытой. Быстрее, заходи. Четвертым будешь. Как здесь тесно. И, фу, липко. Они еще снаружи. Кто там? Чморлоки. Они повсюду. Как такое могло произойти? Да, загадка. Но предлагаю вместо поисков виновных сконцентрироваться на решении проблемы. Ты прав. В совете старейшин есть аварийный терминал. Но как нам туда добраться? Путь к лифту слишком опасен. Ерунда, там все чисто, ни следа. Черт, я забыл голос этого. А, это ты. Почему ты вечно подкрадываешься сзади к голым мужикам, потным? Я нашел вентиляционную шахту, которая проходит параллельно. Непростой подъем, но все-таки лучшая и единственная очевидная альтернатива. Нужно только каким-то образом открыть эту железную решетку. Подняться на самый верх до совета старейшин? Ну не знаю. Помощь вот-вот прибудет. А у нас оплачено еще 2 часа сауны. Ладно, у вас оплачено, у меня нет, так что... А, что здесь надо делать-то? Это ачивка садист, как я уже сказал. Здесь надо уронить уголь много раз на этого самого мужика. Каким образом мне его только брать, я не помню. Что-то у меня инвентаря нет, он не открывается. Если бы я хоть немного скользил. Так, берем под с этого мужика, я помню. Берем. Что ты творишь? Ладно, не будем это все озвучивать, я так понимаю. Если захотите посмотреть, как я лапаю голых потных мужиков, можете посмотреть летсплей по этой игре. Вам надо мазаться по очереди, не всех подряд брать. Да, вот этого. А, ну да, у меня инвентаря нет, потому что ковшик здесь же, на этом же экране. Так, мажься. Фу, я уже весь отсклизлый. Берем. Угли. И на мужика.
Что ты делаешь? Изучаю варианты действий. Но это явно не вариант. Терпение. Так, а кстати, могу я руками в угле? О, могу. А, зачем я высушился? Я не хотел. А, кстати, интересно. Может, а все-таки это был не совсем глюк? Может, я высушиться мог? Первый раз это делаю на самом деле. Ладно, мажемся снова. Да-да-да-да-да, я творю. Давай, второй. Какие у них пупки все выпуклые, а? Это даже как-то странно. Так, маж. Вот это мужик, кстати. А, нет, он тоже потеет, но он как-то так не очень обильно. Он, по-моему, кстати, потеет, как-то еще неправильно прорисовано. У него капли по телу идут, но иногда с тела скатываются или нет. Не вижу. Ладно, неважно. Хоть не знаю, надо подряд его это делать или... Да-да-да, я не хочу ковшиком в трусы, я хочу в угли, а потом в трусы. Да блин, тест его прошел. Бери. В руки, в угли, в трусы. Да-да-да, я делаю. В руки, в угли, в трусы. Господи, сколько ему это надо делать? Терпение. Я уж 3 раза сделал, дорогие товарищи. Значит, нельзя случайно сделать. Это только из детского такого воодушевления можно захотеть такое делать. Ну, хотя, в принципе, может быть, да. Ну... Может, я уже получил эту ачивку? Все-таки нет? Эй. Ачивки. Нет, садист у меня. Прокинь кучу горящих... А, на себя, а не на мужика, черт. Вот на себя я как-то совсем не догадался. Ладно, тогда. А как я могу прокинуть на себя, если у меня... Нет у меня... Как бы... Вот. What are you doing? И вообще, кстати, если на себя, то эта ачивка должна была быть мазохист, а не садист. А нет, да, садист. То есть все-таки на мужика надо было. Описание ачивки неверное. Можно было бы, кстати, реально сделать ачивку садиста и ачивку мазохиста, чтобы полностью хорошо провести время в бане. Ладно, эту ачивку я получил, у меня осталось, соответственно... А, кстати, здесь не отметилось, что я ее получил. Наверное, если обновлю, то отметится, да? Да. И осталась только ачивка «Взрыв из прошлого» и 1001 шкалопа. Но 1001 шкалопа, я уже говорил, будет в отдельном видео, а «Взрыв из прошлого» мы сейчас сделаем. Правда, я вот не помню, было ли у меня сохранение там. Если нет, то мне сейчас будет не очень хорошо, но проверим. Неважно. Кстати, появился возможный вариант того, что все-таки вы увидите рисунок меня, который рисуется, потому что меня согласились нарисовать сзади. Прямо с такого же ракурса, как Макроникл смотрит на Руфуса. Чтоб меня было невозможно узнать. Так это будет очень прикольно. Думаю, сзади... Ну, хотя да, меня на улице часто видят сзади. Но никто не узнает, что это я. У меня довольно заурядный зад. Ладно, сейчас попробуем. А, что тут делать, блин? Да, довольно забавное ощущение, тут у меня не было сохранения прямо на моменте с этими порталами, и надо заново переигрывать этот очень быстрый момент. Это, конечно, по-моему, самая последняя, как это называется-то, стадия, но все равно довольно-таки сложно вспомнить, но кажется, я сейчас все-таки с первого раза это пойму. Так, у меня теперь есть очки, у меня теперь есть, так, это в сыр, да? Попробовать наугад, это надежная... Да тыкает... А... Эй, блин, чё мне на... Ладно, так. А, картина? Не, картина была... А, щипцы для угля, точно. А зачем мне они? Я не помню. Эй, часы. А, часы стрелки, да? Ну, короче, сейчас я... Да куда ты пошел, дорогой Руфус, нахрен? Блин, щипцами щипай. Да-да-да, молодец, пошли смотреть портал. Ай, не успею. Или успею, кстати, я не помню. По-моему, когда портал я нашел, уже таймер останавливается. Да, давай в туалет, быстро, ныряй. Ну, ныряй! Ну-ка. И откуда я это знаю? А, ну да, все, портал я открыл. Теперь осталось только стрелы собрать, да? А, стрелки часов в качестве амуниции. Какая-то часть моего мозга что-то припоминает. Да, это часть твоего мозга... Короче, Руфус, у тебя есть мозг.
Я тебя уже с этим поздравляю, если какая-то часть его припоминает. Почему на ум приходит слово «тахион»? Что за тарабарщина? Как «рококо» или «педикюр»? Хотя он почему-то «рококо» говорит «рококо» по-английски. Интересно. Это вообще, кстати, французское, наверное, слово. В французском языке, по-моему, очень часто ударение на последний слог, так что вполне логично. Правда, живя в Петербурге, мне ближе как-то барокко, а не рококко. По-моему, у нас в барокко больше построено. Помню, был предмет «История города», и там часто барокко упоминали. Короче, стреляй, кажется, я измазал стрелы. Осторожно. Ха, кто тут молодец? Робот, конечно. Может, тут еще сохраниться на всякий случай, а то я сейчас как завалю все. На, давайте-ка я тут сохранюсь все-таки. Эй, сохранить игру. А, ну да, видимо, достаточно было просто тыкнуть. Ладно, неважно, ныряй. Да, это именно тот, самая последняя стадия, порталы. Ой, они повсюду будут за мной таскаться. Нужно как-то оторваться от них. Так, и мне теперь надо попасть во все порталы, да, открой все порталы, затем избегай открытых порталов, чтобы спастись от утопинианцев, господи. Мне, кстати, говорили, что всего три неповторяющихся портала есть, но я не помню, какой из них какой. Так что будем смотреть. Было бы интересно еще вспомнить, по-моему, все-таки один портал я не открыл даже. Так что начнем справа налево. Правый портал. Эй, а почему... мне ж в них стрелять еще надо, точно. Забыл. А на что мне стрелять? А, ну да, вот так вот. Все, правильно теперь. Да, это, по-моему, третья часть, вот этот ковбой Додо, про которого упоминали еще пару. Где-то про него упоминали, короче говоря. Это их такой персонаж, Лавелас и так далее в их мире. А может, все-таки вторая часть, я не помню. Абсолютно не помню. Так, средний портал, это первая часть, если я не путаю. Да, по-моему, это первая часть. То есть, мне кажется, не было таких красных глаз у этого быка. Может, дорисовали, даже интересно сравнить потом. Но это все будет потом, неправда. Я остался, по-моему, третий портал. Вот, по-моему, третий я не видел, что в нем, потому что здесь еще очень неудобно в него стрелять. Надо вот так вот стрельнуть и отъехать обратно. Давай. Давай. Да, этого я не видел. Кстати, именно с этого экрана кусочек картинки, которая стоит у меня в оформлении канала сверху. Я даже хочу посмотреть еще раз, как это выглядит. Но, в принципе, все. Ачивку я получил. И, наверное, на этом можно было бы и закончить, но... Не знаю даже. А, я вам еще покажу один момент, да. Вот именно это. Да, он здесь пролетает, и ничего интересного тут нет. Я только совсем случайно... Да, блин, опять эскейп не работает. Ну что вы за нехорошие люди? А если я в туалет захочу в этот момент? Проигрывать, да? Я сейчас захочу. Я гордый. Ладно, давайте все-таки в это выиграем. Надо же было открыть все порталы, но не попасть в них, да? Насколько я помню, чтобы пройти это. Ну ладно, тогда вот этот портал... Так вот, тыкнулся, ну ладно. Хорошо, да. Почему ты не можешь стрелять, находясь по-человечески? В стороне. Ты умеешь... только не попасть, и теперь все получится, да? Ничего, еще вот так вот. А сколько их надо открыть там? Ладно, неважно, вот этот открыли. И сейчас главное успеть. Успел. По-моему, надо было избегнуть 9 порталов, что ли? Я не помню. Я уже даже не помню смысл, я как всегда забываю, что у меня... Тыкай! О, тыкнул. О, все, тыкнул. Ой-ой. Да, он сам хорошо кричит, интернационально. Устает это времени, невозможно выжить при таком падении. Наверняка он расшибся в лепешку об землю. Кстати, о земле, что случилось с будущим? Здесь не должно быть никакой земли. Что мы упустили? Нам надо снова вернуться. Но сначала давайте проверим, что там за углом. Хорошо. Береженого Бог бережет. Посмотри-ка, это наш Умокс. Ладно, короче, неважно. Я не помню, ему здесь пенделя можно было отвесить или нет. По-моему, можно было. Ладно, тыкай. Кстати, очень странно, слово Умокс мне кажется знакомым. Что-то оно у меня ассоциируется с волшебной палочкой из... Понедельник начинается в субботу, Стругацких.
Там волшебная палочка считалась каким-то научным предметом и называл... она называлась Умклайдет, по-моему, у Стругацких. Но все равно Умукс, Умклайдет — довольно созвучные слова. Возможно, только для меня одного, но... Эй! Почему пенделя-то нельзя было дать? Но если этого в ачивках нет, то, соответственно, точно нельзя. А может, мы, кстати, его еще и давали в будущем? Я как-то не помню. Короче, неважно. Да блин, дайте мне escape нажать! Дайте мне escape нажать! Не дают. Ну ладно. Нет, не в этот раз. Есть! Тащи нас наверх, и мы так отвесим хорошего пинка этим хмырям под их слоновьи задницы, а ну, собственно, вот. Это не план, а самоубийство. С каких это пор ты видишь разницу? А с каких пор между ними есть разница? Я знаю, что они свою угрозу выполнят. Я уже столько раз через это проходил. Да почему не предложишь что-то новое? Только поскорее. Все, остается только одно. Ты должна отпустить. Но это уже слишком. Но я не против, если это часть еще одного гениального плана Руфуса. И в чем твой план? Короче, я не хочу сейчас плакать и так далее. Давайте все это быстро закончим. Кто хотел, может тоже поплакать давно. А, все, мне, собственно, и не дадут уже на escape нажать. Сейчас будет концовка. Плакать в последнюю сюжетную серию. Я не хочу сейчас. Главное меню. Забавно, кстати. Очень здорово, что я это увидел. Очень странно, что за это ачивку не дали, но... Я не захотел смотреть авторов. Я сразу же нажал вернуться в главное меню, и тут появился мужик с надписью «Поки этого не забудет». Да, то есть они сказали, что «Чё ты такой засранец, не хочешь читать про нас?» Очень здорово. Кстати, интересно, указано это где-нибудь или нет. Но вот такой вот бонус от меня вам. Кстати, если я в авторов сейчас залезу, Поки это вспомнит? Нет. А, да, Поки этого не забудет, да. Соответственно, тоже. Но бонус... Достижение. Собственно, не только в Стиме можно было это смотреть, можно было еще вот здесь вот так красивенько. Можно было вообще не смотреть подсказки по достижениям и смотреть их здесь, сколько недополучено. Жалко, не показывается именно момент в игре, как они получаются. Можно только это здесь посмотреть. Ну и можете проверить, вот у меня одно достижение оставлено, которое именно про шоколоп. Я так понимаю, все остальное здесь есть. И теперь у меня... Это что такое? Мастер мини... А, ну да, мастер мини-игры в Куваке, неважно. В общем, по этой Японии у меня осталось в долгу к вам только два видео. Первое по шоколопам. Кстати, интересно было бы сделать так. Я, может быть, так и сделаю. Там будет длиннющее видео, часа на полтора-два, где сначала я с вами поздороваюсь, в конце я с вами попрощаюсь, а в середине, скорее всего, будет просто видео без всего. Но, может быть, я немножечко сделаю занятно, и где-нибудь посреди часа будет пара вставок, где будут какие-нибудь странные вещи от меня просто рассказаны. Так что придется вам два часа перед сном смотреть целиком все это. А может быть, я, кстати, так и не сделаю, потому что я не знаю, что там сделать. Не знаю. А пока что это был Курящий из окна. Да, это видео. И останется еще видео, где будут показаны местоположения всех шапок. Шляп и так далее. Я специально при прохождении игры не нашел ни одну шляпу. Правда, для этого мне еще раз игру придется перепройти. Но, скорее всего, я это сделаю. Ладно, все, это был Курящий из окна. Надеюсь, я вас порадовал, и вас порадовало еще одно возвращение в Японию. Кстати, передо мной сейчас стоит одна такая нелегкая задача. Следующей сюжетной игрой снимать все-таки квест или стрелялку? Я даже не знаю, говорить вам или нет. Нет, сейчас я, наверное, про это не буду говорить. Хотя, с другой стороны... Нет, я все-таки, может быть, сделаю отдельное видео, раз ВКонтакте я не хожу с опросом, поэтому, может быть, и нет, может быть, поступлю, как всегда, как сам хочу. Короче, неважно. Смотрите, подписывайтесь. До свидания. Пока. Да, подписывайтесь на Ютубе. Все, пока. Пока. Кстати, музыка так красиво еще закончила играть. Здорово. Та-данс.